Патриотичная акция «Беларусь памятая», «Памятаем кожного» объединяла все регионы страны. Сегодня вянки и кветки лягли до кургана славы у Гомеле. На протягу 15 годов тут проходит акция «Беларусь земля славы ратной». Молодь наведывая место боевой славы, а собранная на их земля по урочистой обстановке уносится у курган. За весь час удельниками акции стали больше, как 14 тысяч человек, а земля привезена с 350 памятных мест. У тем лику с места, где отбылся подвиг герой Советского Союза Василя Сярова. У гонор летчика эскадрильи «Нормандия Неман» у областном центре названа улица. Дух нашатков памятать и свято шановать подвиги героев. 15 лет назад именно молодежью Советского района была заложена великолепная акция «Земля славы ратной». И именно сюда, к этому курганы славы, 15 лет с боев, с мест боев несут землю, где положили свои жизни те, благодаря кому мы сегодня живем под мирным небом. Сегодня урочистости ля кургана, напевно, упершиню прошли без уделу ветеранов, але усе яны напередодні свята примут віншаванне. В районном совете ветеранов Советского района 125 удельников Великой Отечественной войны. 4 из них означили вековый юбилей. Яны примали удел у боях с первых дней войны. У нас в нашей ветеранской организации знаменитая Нетубская Любовь Алексеевна, которая исполнится 26 ноября, 100 лет. Она первая радировала о капитуляции из Берлина, о капитуляции Германии. И много очень интересных людей, о которых можно много рассказывать. Мы посвящали уроки мужества вот именно тем нашим знаменитым землякам, которые проживали на территории нашего района и которые уже ушли из жизни.